Спонсор видео — магазин компьютерных игр ZakaZaka.com. Гарантии, лучшие цены, все новинки, ежедневные раздачи дорогих игр и конкурсы. Все это на ZakaZaka.com. Покупай игры тут и выигрывай их бесплатно. Ссылки в описании. Ну что, ребят, всем привет. Сегодня мы будем опять-таки участвовать у нас по Сигл Дей, ё-моё. В общем-то, сейчас мне дали приглас, и у меня как раз нету видоса, потому что, ребятки, вчера вышел влог, то есть я его еще не монтировал, потому что я только приехал, мне дали приглас, как я уже говорил, и начинаю писать «Спаси голдец». Так что вы уже влог видели, я думаю, то, что вам понравился он. Вот, так что... О, нифига себе. Сколько мин! А голдец, ребята, с той стороны. А если мы... С одной из сторон, как... Да, как-нибудь придем. А, в общем-то, мне сказали, не бери мастера паркура. Я такой, окей. Вот, и здесь все-таки я, наверное, бы пробовал фантом. Да. А, прив. Го фантом. Потому что, ребят, здесь фантом реально надо. Пацаны молодцы, и, в принципе, надо будет их всех как-нибудь... Ребят, сейчас переделка есть, нету? А, нет переделки, ладно, я сейчас на мам типа поразминировал тут така. Ну и что это такое? Че как колбаска висела в воздухе? А, сразу поблагодарим. Вот, так что, ребят, смотрите, в общем-то, в чем суть? О, пацаны, дайте вас! Ну ёпта, был бы васпик, было бы побыстрее. Вау, да. Вот, в общем-то, ребят, суть в том, то, что лето, сейчас я помогаю бате на даче, мы с этой, типа, как там, канализация, не канализация, фиг знает, как эта фигня называется. Вот, и фантом. И чё делать, ребята? Сколько мин? Тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не, братан. Нужно как-нибудь... Блин. Ну и что мне поделать? Там мины. Я не знаю, ребят, только если ждать как-то это не круто, я вам скажу. Вот алкай... Да. О, парень еще и лагает немножко, ну ага. Так, сейчас мы попытаемся, если никто из наших не приедет, тут какой-нибудь супер-мега-скилловский путь прочекать. Вот, но... Но. Я успел написать. Подхватывайте. Так, отлично, выждал я момент. Отлично. Пацаны спрашивают, где я? Ребят, вон я так-то. И чё вы у него в фантоме там? Ну в раке или что? А, давайте подходите сюда. И чё? Давай как-нибудь там во второго. Блин, развели меня. Ну да. Смешно было смешно. Титан, васпик. Братан. Ну да, тут уже вообще без вариантов, как говорится. Окей. Никто не запалил. Так. Сейчас по левой стороне пробираться. Ну почему я сразу вот две минки? Ребят, смотрите, у меня сейчас походу. Не, да, я такой не определившийся человек. А, вот, у меня, походу, сейчас созрел офигенский план. Так, они меня тут не чекают. Оп, я жду. Пока они там отъедут. Так. Отлично, одного из них убили, там рикошет. Чё меня толкаешь? Рак. Блин, вот этот вот рикошет со смоками вообще, ребят, не вдохновляют. Да, он меня запалил. Ну ладно. Ну чё ты хочешь, а? Ну почему? Ё-моё, ну почему я туда подъехал-то, а? Ещё рез у нас с этой стороны, пока до туда доедем. Братан, я сзади.
I'm sorry. Ту-ри-ру-ру. Оп, мы как раз фантома, ребят, подобрали. Ну чё они... Они меня просто, ребят, столкнули на эту кучу толпенную мин. Там... Вот там вообще круто проехать. Так, о, фантом... О, кстати, там же фантома можно офигенски. А, только тут дофиги щёку в фантоме. Ну, как бы, ладно. Давай, брат. Ой, вот ё-моё. Офигеть. Так. Так. Ну чё ты... Ой, ты рельса. Ну, и чё мне делать? И чё? Я даже аптечку не стал хавать. Окей, гайз, окей. Так, о, фига они там подсадку... Ребята. Там, кстати, подсадка такая на... Оп. Охренеть. Ну да, меня тут вообще терзает во все стороны. Блин, не, ребят, надо с той стороны заходить. Заходим с их базы. Вот, потому что, хоть я им дал подсказку, но они заодно будут разменять. Пожалуйста, не едьте туда, можно я один. Да... Круто, ничего не скажешь, просто ничего не скажешь. Подсадка, ну и подсадка, чё? Да, ну го, справа. Так, подсад, это кто писал FFF? А чё за FFF? Я не... А, это рикошет, походу, тот. Да? Сюда, едь, сюда! Ну, блин, чувак. Да, тут уже, ребят... Без подсадочки. Там, где меня убили. Убили. Встречаемся. Так. Братан, я валю тебя. Я тебя валю. Тут еще минка. Оп, я по скилу. О, да их тут даже две. Ай. Ладно. Так, ну там будет меня ждать, а я поехал сюда. Ну, да! Хей! Отлично, ребята, шикарно, просто шикарно. Спасибо всем этим парням. Так, принять. Ребят, ну круто. Вот они все там ждали, и я подъехал с той стороны, где они меня не видели. Отлично. А, да. В общем-то, ребят, все шикарно. И, наверное, еще, в принципе, один спаси голодец будет, потому что этот вышел минуток на 8. Так что, ребятки, не прощаемся. Ну что, ребят, в общем-то, вот у нас продолжение. Так, о, уже одного пацана слили, они тут просто играют, меня мама отвлекла и... Фига там мин, ребята, там сейчас чувака убили, вроде вспыхнуло, вроде нет, я не знаю. Вот, в общем-то, думаю, минуток даже если на 7 затянется, то более-менее. Так. Охренеть, ребят, охренеть, здесь только мастера в помощь, я вам говорю. Так, ладненько. Переодевалка есть, нету? Тыры-пыры туда-сюда. И... Нет, переодевалки, ё-ма. Ну ладно. Спасибо, кстати, ребятам, которые вот это вот все делают. Их, конечно, в дыры... Ну, этого нету, его не... А, да, там же 4 на 4 они набивали, и пятый зашел просто какой-то чувачок. Ну, ладненько. Так, пыл, ух ты. Офигеть. Кстати, ребят, пригласил меня на гибатор этот. Вот. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Не эту Дашку не успею занарить. Ну ладно. Гулдик вообще такой заманчивый. Кстати, Роб у нас не в конфе, потому что он в ТС-очке. Да, он в ТС-очке. Вот. И просто у нас там какое-то ТКВ, и выбилось время, так я решил записать. Ладно, опа, на тебе грома. Так,
Кто у нас еще? О, не-не-не, просит помочь Вадян. Ну давай, помоги. А, подсадка. Подсадка, ребятки, нам нужна... Ах, подсадка. Справа, так, что-то мне там в ТС пишут. Не знаю. Так, 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 так. О, Вадян. Здорово, братан. А, тут чувак, ё-моё. Гнали туда. Ух ты. О, второго слили. Ребята, их там посливали. Давай, вот этого. Вот этого сейчас надо. Давай. Ребята, вы видели? Вы видели? Да ладно. Да ладно. Вот гром. Мне так сейчас повезло, ребята. Мне так повезло. Ух ты, ё-моё. Да ну нафиг. Охренеть. Что-то я очень сильно выдерживаю... Блин, мина. Что-то я очень сильно выдерживаю вот эти вот все минки. Блин, ребят. Как я там подлетел? Если б не полуминус, я бы забрал голд. Отвечаю, базарю. Блин, охренеть. Ну, а чё эти минки такие слабые-то, ё-моё? То ли хорны тут какой-то мне сам прям покашился, либо еще что-то. Ну ладно. Так. Вадян чуть не взял. Видали, ребят? Ну, тут уже как-то понятно, ясно. Напишем красиво было. Ну, давайте, берите, кто там, девочка какая-то дерзкая. Не, ее тоже слили, не по скиллу. Оп, Вадян взял золотой ящик, ладно. В общем-то, ребят, мы его поздравляем. Пишем поздор. Вот, но у нас были очень хорошие шансы. Очень хорошие, я вам хочу сказать, ребят. Ладно. В общем-то, я говорю всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. В общем-то, вступайте в паблик. Все нужные ссылочки вы найдете в описании. В общем-то, всем удачи и всем пока.